момент есть точка, которая позволяет тоже уменьшить желание человека принимать еду. На меридиане толстого кишечника GI есть точка, которая носит название 14. Она находится в этом месте. Рисуем эту точку. Ее найти нужно по атласу Шапира. Атлас рефлексотерапии. Другим образом мы ее никак не сможем найти. Я показываю просто на теле человека. Она находится здесь, в области крепления дельты. Да, она имеет большую чувствительность, поскольку рядом с биологически активной точкой находятся тучные клетки, нервный узел, а также васкулярный узел. Именно они дают ответную реакцию, что здесь по-другому идет восприятие.